Сейчас важно заявлять о своей позиции, я считаю, что сейчас нету полутонов. Сейчас либо черное, либо белое. Мы все объединились в одном порыве. Мы все стремимся к победе. И каждый на своем месте приближает ее как может. Кто-то поднимает дух котами, кто-то волонтерит, кто-то воюет на передовой. Люди действительно продолжают жить своей жизнью, и в этом принципиальное отличие Одессы от других городов. Одесса всегда умеет жить, Одесса умеет веселиться и смеяться. И это не легенда о городе смеха, это просто стиль жизни. Смеяться над врагом гораздо приятнее и более ущербно для него, чем бояться его.